Отож, продовжується наш прямий ефір. Як я вже казала, цими вихідними, саме в суботу на неділю, будуть переводити стрілки годинника на одну годину назад. Тобто ми переходимо на зимовий час. З цього приводу ми зараз будемо розмовляти з нашою гостею, а саме Алла Завгородня, лікар-кардіолог обласного кардіологічного центру. Доброго ранку. Отож, перехід на зимовий час впливає на організм людини, так чи ні? Влияє, да. Яким чином, розкажіть, будь ласка? Большинство людей все-таки недовольны переходом, потому что это стресс для организма, и в первую очередь для пожилых людей, для маленьких детей, у которых связано кормление по часам, прием лекарств по часам, поэтому они могут действительно испытывать дискомфорт при переводе. Скажіть, будь ласка, а хто більше підпадає в зону ризику саме після переходу на одну годину назад? Ну, от я же говорю, в першу чергу, це маленькі діти, особливо груднички, у яких грудне кормлення йде, як правило, все-таки по часам. Во-вторых, люди с заболеваниями сердечно-судистой системы, неврологическими расстройствами, хроническими какими-то другими болезнями, например, сахарным диабетом, дисгормональными расстройствами, у которых прием некоторых препаратов рекомендован строго в определенное время. Ну и пожилые люди, у которых, в принципе, адаптационные механизмы уже нарушены, они, конечно, тоже страдают от этого. Что делать в этом случае? Как привыкать до этого нового часа? Это, ну, возможно, взагалі? Ну, у нас это происходит уже много лет. Так. Поэтому за такой период, конечно, можно было уже привыкнуть, и зная, что все равно это будет, начинать понемножку заранее готовиться. То есть недели за две, за три нужно уже перестраивать свой режим на новое время. Каким самым чином? Ну, например, если сейчас у нас переводится время на час назад, предполагается, что человек будет ложиться, например, он ложился в 10, а это как бы 9, то он может начинать в течение недели каждый день ложиться там минут на 10, на 15 раньше, и так, чтобы он уже к зимнему времени перешел как раз на этот час назад. Если весной, там наоборот, значит, тогда у нас час немножко забирают. И надо так построить свои планы, чтобы этот час не повлиял ни на что. Так, дякую. До речі, о хворобах. Ми знаємо, що саме на осінь традиційно припадає загострення з цих хвороб. Давайте поговоримо про ці хвороби. Це дуже актуально наразі. Тобто і діло, що тут трудно сказати, чому людям хуже. Ілі це зв'язано з приводом времени, ілі це дійсно просто сезонне обострення заболівань. Обострення зв'язане, прежде всего, з тим, що міняється погода. Тут тепло, на следующий день холодно, туманы, морозь. І це все перепади атмосферного давлення, звісно ж, впливає на давлення артериальное, кровяное внутри человека. Поэтому это один момент. Второй момент – укорачивается световой день. Раз укорачивается световой день, это немножко вызывает такую депрессию, тревожность, снижение физической активности. Поэтому тоже это может усугублять течение хронических заболеваний. Ну, с этим, конечно, бороться трудно, хотя, слава богу, у нас есть электричество, мы можем себе обеспечить нужное количество света, если это нужно, чтобы не портить себе настроение и не, так сказать, впадать в депрессию, в отчаяние, что день укорачивается. Так, як кардіолог, може ще якась є профілактика? Тому що я знаю, що восени дуже на інфаркт, дуже багато хвороб такі. Весною осінь, може чи харчуватися якось по-іншому? По питанню, ну, в принципі, рекомендації є, вони, як би, може бути, не совсем такие уж что-то дающие, но в то же время рекомендуют. На ночь не употреблять много углеводистой пищи, потому что это тяжелая пища, она требует переваривания. Хоть углеводы как будто и быстро перевариваются, но если мы их съедаем на ночь, на утро можем иметь так называемую углеводную интоксикацию, чем-то похожую на алкогольную. Поэтому ужин должен быть не позже, чем за 2 часа до сна, как правило, легкие. А вот на завтрак с 6 до 10 утра лучше съесть что-то более такое сытное. То, что мы обычно привыкли, утром можно и белковую, и даже жирную пищу употреблять. В течение дня это все, все эти калории сгорят. Далее, рекомендуют перед каждым приемом пищи небольшое количество цитрусовых, как для повышения иммунитета. Вот. Прием жидкости, ну, здесь по рекомендации врача. Если заболеваний никаких хронических нет, можно пить и 1,5–2 литра в сутки. Если есть заболевания, связанные с задержкой жидкости, та же гипертония, например, то тогда прием жидкости обычно ограничен 1–1,2 литра. Вот. Ну и традиционно то, чем мы повышаем себе иммунитет, кроме цитрусовых. Эфирные масла, аромалампы, просто лук, чеснок, ну, если это дома, не на работе, да. Прием поливитаминов для укрепления организма, аскорбиновой кислоты. Вот. Она, кстати, немножко обладает тоже таким, ну, повышающим настроение действием. Настрій, так? Да. А можеш ще прогулятися по свіжому повітрі, адже мені дуже важко. Я уходжу темно на роботу, приходжу ще темно. Да. Дуже важко. Поэтому рекомендуют всем здоровым, больным не менее 30 минут в день бывать на свежем воздухе. Обязательно. Это не обязательно там бег или зарядка. Просто прогулки действительно по воздуху очень полезны. В любую погоду.
Скажіть, будь ласка, ми сказали, хто найбільше підпадає під ці ризики переходу, а хто найбільше, ну, швидше всіх звикає? Може теж діти до того, що стрілки годинників переводять? Ну, скажем так, если человек здоров, привыкает очень быстро. Это процесс идет буквально в течение нескольких дней. Дети достаточно быстро привыкают. Наверное, тяжелее всего пожилым людям. Обычно, как правило, люди такие взрослые, работающие, привыкают быстро. Но вообще говорят, что этот процесс идет где-то 2-3 недели привыкания. 2-3 тысячи. Да, где-то так. Это в среднем. С учетом того, что есть люди, которые это быстро делают, и есть люди, которые долго это делают. Воно то начебто не багато і не мало, але все ж таки достатньо. В принципі, я вважаю, що це потрібно провести, якщо б це можливо було, якесь таке велике дослідження, яке б доказало пользу або вред від цього переводу часу. Тому що коли-то хтось це где-то вирішив, але нігде не проводились ще якісь серйозні дослідження, які б доказали, що це реально щось дає. Або економію, о якій нам говорять, ну ми її не бачимо, це економія. Або те, що говорять, що збільшується там кількість викликів скорої допомоги, але і так в це час збільшується. Поэтому на самом деле трудно сказать, насколько это полезно или вредно. Я считаю, что лишний раз не стоит вмешиваться. Мы же Солнцу не можем приказать остановиться или Луне, поэтому, то есть Земле вращаться. Я думаю, что так, это без особой нужды. Вот вы кажете, что выкликают швидку, и вы же спостерегаете кардиолог, что саме в цей період больше звертаются до вас, так, за допомогу? Ну, безусловно, поэтому и так люди в это время более подвержены обострению заболевания. Мы дополнительно им еще даем такой стресс, как перевод времени. И ведь одно время пытались его отменить, ну, потом по каким-то причинам оставили. Но опять же говорю, никто еще это не исследовал, не доказал, насколько это нужно и насколько это вредно. На вашу думку, українцям, миколаївцям, зокрема, краще жити в літній час, в якому ми зараз живемо, чи залишитися в зимовому? От в якому б ви хотіли залишитися часі жити, на літньому чи на зимовому? Мені більше подобається літнє час, от то, яке зараз, тому що зимнє – це буде дійсно достатньо рано темніти. И вот сейчас, ноябрь-декабрь, у нас будет в 4 часа дня уже совсем темно, а если будет пасмурно, а чаще всего пасмурно, то это будет уже и в 3 часа. Вот. Ну и я могу сказать, что я еще немножко сова по натуре. Я такой человек, что да, если бы была возможность, я бы утром, может быть, дольше отдыхала, а ночью бы работала. То мені, в принципі, більше подобається літнє час. А так, це індивідуально у кожного. Ну так, думок дуже багато. Ви знаєте, я от спілкувалася з людьми і казала, що до нас сьогодні лікар, завітав спеціаліст, і дуже багато людей налякані, що от перехід на зимовий час, вони вже начебто знають, що у них там схватить інфаркт, щось відбудеться. Налаштуйте, будь ласка, людей, скажіть, що це не так страшно. На самом деле не стоїть, звісно, це робити. У нас зараз і так вистачає вокруг різних стресів, які, я думаю, гораздо більше хуже, ніж цей перевод на літнє час. Тому не портите собі настроєння, ну, прийміть это как такую неизбежность, которая в принципе не фатальна, и с которой можно побороться, подготовиться и пережить ее нормально. Вот, так что я всем желаю крепкого здоровья и хорошей погоды. Ми так само бажаємо від щирої душі вам, тож нагадаю, що в нас у гостях була Алла Завгородня, лікар-кардіолог обласного кардіологічного центру. Дякую вам.